Всем привет, ребята! На канале внезапно грохнуло 7000 подписчиков. Всем спасибо за подписочку, ребята. И прежде чем мы перейдем к основной части этого видео, хочу передать пламенный привет моим поклонникам и доброжелателям, которые считают, что я в одном из видео играл на забаненном аккаунте и использую читы с GPS. Показываю оригинальную дорожку с записи из Таганского парка. Ура, я зашел. Я нахожусь сейчас у Таганского парка. Где здесь вы видите, что здесь на бусте стоит? Опа! Класс! Тентакл какой-то. Давай сюда, детка. Будь моим. Убежал. Гипно. Ой, золотая рыбка. Гипно. Господи. Руки разбегаются. Ученый прям в маленький шарик. Да офигеть. Ну-ка еще раз. Судьбы призыв, не трусь, пока ты жив. Пусть трепещет стадион, играет чемпион. Покемон! Привет, с вами Арчер. Сегодня впервые записываю видео с фейс-камерой, скажем так. И о чем же будет это видео? В общем-то, я наткнулся здесь на пост в группе Pokemon Go Покемоны. Вы увидите, в принципе, этот пост. Здесь рассказывается о том, как набрать 79 тысяч опыта за 39 минут. В принципе, здесь все довольно-таки подробно описано, поэтому кто не понимает, чем мы сейчас будем заниматься, обязательно посмотрите этот пост. Я, наверное, скину ссылку на него. Вот. И еще меня здесь заинтересовала табличка. Собственно, вот такая табличка. Мне она понравилась, поэтому я себе даже сохранил в телефон. Скинул себе в личные сообщения, сохранил в телефон. Здесь написано, что вы получаете за каждый уровень. Я вот недавно вчера получил 20 уровень и получил 20 ультраболов. Я реально офигел, потому что я не знал, что ультраболы открываются на 20 уровне. Я думал, они где-то на 25-30 уровне. Открывается, собственно, то, что их... Интересно, а круче ультраболов есть что-то? Потому что табличка только до 30-го, но я думаю, что нам с вами, ребята, за глаза ее хватит. Зачем она мне сегодня нужна? Потому что я вижу, что, значит, до 21 уровня нужно 50 тысяч опыта, а до 22 75 тысяч опыта. У меня сейчас на аккаунте сколько опыта? Давайте посмотрим. Так, это не сюда. У меня 9800 опыта внезапно, короче говоря, с ракет еще не хватает до 21 уровня, поэтому мы будем точно знать, сколько опыта у нас набирается и набрано. Вот, и прежде чем мы начнем, наверное, хотелось бы о чем поговорить. У меня вчера я столкнулся с проблемой, собственно, почему я пришел к такой теме. Во-первых, я вчера столкнулся с проблемой, то что с учетом всех нетрансферных покемонов, я просто забил себе полностью свое хранилище покемонов. Вот. И в связи с этим я уже понял, что мне надо делать массовый трансфер, и вот, собственно, мы поэтому снимаем эту серию. Вот. Ну и второй момент. Ребята, когда мы только начинаем играть, очень быстро идет опыт, потому что у нас все покемоны идут новые, и за каждого покемона мы получаем по 600-700 очков, потому что мы
получили покемона, это новый покемон еще 500, какой-нибудь бонус за Great Throw или еще что-нибудь, получается от 600 там, до 700 очков можно получить. Соответственно, опыт льется рекой. К уровню 15, там плюс-минус, в зависимости от того, как вы бегаете по городу своему, у вас все меньше и меньше новых покемонов, поэтому 500 опыта, которые дают вот эти вот 80% вашего опыта в начале, они пропадают. Поэтому вся игра после 15-20 уровня — это вся игра на количество набранных покемонов. Поэтому вот эти все темы, ребят, которые там говорят, зря потратил пыльцу Stardust, вот, я считаю, что она в принципе надумана. Вот я за 3 дня накопил 40 тысяч, еще 3 дня будет 80 тысяч. То есть в принципе те ребята, которые играли в любой ММО РПГ, вот, знают, что такое набить 200 тысяч опыта на мобах, которые дают 200 миллионов опыта на там, 150 уровень, на 90 уровень, как в Рагнарке мы играли 10 лет назад. Поэтому вся игра в Pokemon Go после 15-20 уровня, она заключается в бесконечном фарме покемонов по 100 очков и бесконечном трансфере ненужных. Поэтому сегодня мы как раз-таки займемся этим трансфером. Вот, слава богу, у меня есть что потратить, потому что я не тратил яйца давно, у меня их уже 5. И есть 3 инсенса, 49 обычных покеболов, 66 грейтболов, 6 ультраболов, 3 люрки. Прикольно, аж 3, вот. И я накопил кучу потов. Что бы мне больше всего хотелось сегодня увидеть, и, наверное, какие эволюции я вам покажу. Crowflif. Я надеюсь, правильно я прочитал это название, потому что в мультике я не видел, как он называется. Crowflif. У меня 50 конфет, на его эволюцию нужно. И 61 конфета у меня есть 619 ЦП, поэтому сегодня пожалеем пыльцы и потратим немножко для усиления. Просто мне хочется набрать 15-20 покемонов в ЦП или КП, как кто-то мне писал в комментариях, чтобы это было просто, ну, как бы мне хватило надолго этих покемонов для выноса местных арен, потому что покемонов нужно много, иногда и кончаются хилки. Вот у меня в прошлую сессию кончались хилки. Вот, поэтому... Кстати, в комментариях к одному из моих видео меня обвинили в использовании читов. Вот посмотрите, у меня телефон на Wi-Fi, но увидите экран с какой-то стороны от этого видео, подключен на зарядку, и на Wi-Fi меня обвинили в том, что я читер. На самом деле, вот у меня Powerbank, я без него не гуляю, сейчас мне удобнее заряжать телефон от него. И вот у меня роутер связи, с которым я хожу по городу, в основном по своему району, потому что у меня очень плохая связь Wi-Fi. Здесь так вот получается. Итак, поехали. Идем в инвентарь, засекаем 30 минут времени, сейчас 44 минуты. И яйцо. Поехало. Короче, Арканин у меня уже появился 1400. Но посмотрим, смогу ли я сделать более клевого Арканина. У меня есть 11 свободных конфет, поэтому я делаю пауэрап. 636. Пауэрап. 653. Мне кажется, у меня будет 1300 он где-то. И еще один пауэрап. 2500 пыльцы стоит. 670. Ну давай еще один. В принципе, я посмотрел по топовым, скажем так. И еще один пауэрап. Да, это мы сделаем. Я смотрел. 705 получился. Growflight. Или Growflif. Я не знаю, как правильно его называть. Я мультик не смотрел. Делаем эволюцию. Так вот, где-то от 4 до 10 тысяч может быть на топовых уровнях прокачка пауэрапом стоить. Поэтому будьте к этому готовы, ребята, это очень много. Вот, но я фармер, в смысле, как бы гриндер такой. 1635, по-моему, офигенно. 1635. И это на данный момент самый сильный мой покемон.
Ну что, ребят, вот и закончилось у нас период супер-мега-эволюции всех моих покемонов, что было за полчаса под двойным опытом. Lucky Egg я использовал. Что в итоге? У меня было полчаса, я снимал и общался в принципе, с вами в этом видео, и я не успел эволвить всех покемонов, которые у меня были за эти полчаса. По опыту я набрал 57 тысяч опыта я набрал. Я сейчас я 18 тысяч практически, у меня было почти 10 тысяч. То есть, в принципе, вот как раз 57-58 тысяч опыта я набрал. В принципе, я доволен, потому что столько опыта я бы набирал, я, ну, не знаю, дня два, наверное. Вот яйца у меня еще есть, поэтому я буду делать следующую серию, когда снова накоплю 250 покемонов. Сегодня 250 не было, потому что я частично уже под конфеты все подстроил. Вот, что в итоге у меня получилось? Давайте покажу. 1635 Арканин у меня был до этого, 1400 Вейпориан, 1400 еще вот Пайра, не помню как сам покемон называется, 1269 Аэродактиль у меня был, вот этот трейнер у меня был, а Вейпориан 1331 появился. Гипно 4 штуки на 1000. И, в принципе, все. Остальной опыт был набран на Ратата, на Пиджи, на таких покемонах. Вот. Собственно, вот такое вот было эволюционирование. К сожалению, видео записывал через комп. И вот здесь вот видно, не буду увеличивать, полосочка до сих пор не сможет рефлектор сохранить это видео, поэтому скорее всего будут кусочки с камеры и вот эта вот вставочка, которая у нас получилась сейчас. Поэтому спасибо за просмотр, надеюсь, было интересно. Всем привет, пишите, где мы будем играть, где фармить, в какой локации в Москве на следующем видео или, может быть, через одно. У меня еще куча идей по Pokemon Go, поэтому подписывайтесь на канал, не забывайте. И ставьте лайки или дизлайки, что вам как нравится, потому что я готов к любой критике. Вы это видели, наверное, по предыдущим видео, потому что там поразительно 2500 лайков и 1500 дизлайков. Вот. Спасибо всем за это. Вот. Я очень рад, что это произошло. Поэтому до связи.